Модельные библиотеки будут работать на базе библиотеки номер 18, семейная библиотека, и библиотеки номер 12 имени Владимира Даля. Впервые их создают за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Культура». Национальный проект «Культура» подарил многим библиотекам в регионах не только сохранение библиотек, но и само развитие, продолжение жизни библиотекам. И нашей библиотеке в том числе очень повезло. Дополнительное финансирование на создание модельной библиотеки именно на нашей базе выделили в 2019 году. По словам заведующей библиотеки, те условия, которые придут в учреждение, будут направлены в первую очередь на читателей. Электронный читальный зал откроет доступ в электронную национальную библиотеку. Мультимедийное оборудование позволит не только смотреть фильмы, но и делать аудио и видеозаписи. А еще установят брошюровщик. Главное, все услуги будут в шаговой доступности. Располагая определенными материально-техническими, информационными, кадровыми возможностями, современные библиотеки становятся единым окном культуры, образования и информации для населения. Это отмечают сами читатели. С библиотекой семейного чтения я знакома почти 30 лет. Ну, может быть, года 2-3 не хватает. И очень приятно вспоминать, какое изменение идет вообще в библиотеке. Вначале в эту библиотеку приходили просто взять книжку и уйти. Если книг очень мало, то был читальный зал, можно было посидеть, почитать. Ну, и вот в дальнейшем смотрится, вот уже сделал маленький детский уголок, там пусть он даже не маленький. И, конечно, мы вдвойне рады, что мы одни из первых получаем такую возможность, что у нас здесь будут высокие технологии, у нас будет компьютерный зал. Сегодня в семейной библиотеке уже сформирован отряд цифровых волонтеров, первых помощников читателей. Старшеклассники 66-й школы согласились стать цифровыми волонтерами не только для старшего поколения. Они сказали, да, мы будем работать с ними по сайту «Доктор-73», объяснять пожилому пенсионному возрасту, что такое РИЦ, как этим пользоваться. Ну а с молодым подрастающим поколением, в котором не во всех школах преподается информатика, а требования уже большие, они будут рассказывать о том, как пользоваться элементарными знаниями при пользовании не интернетом даже, а просто компьютером. На научно-культурные центры притяжения, которыми должны стать библиотеки, направят 10 миллионов рублей. Как объяснила заведующая семейной библиотеки, на эти средства установят новую компьютерную технику, закупят мебель. Книжные фонды библиотеки значительно пополнятся печатными и электронными изданиями. По словам заведующей, уже в декабре на базе семейной библиотеки заработает модельная библиотека. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.